На столе восточные сладости и национальные кулинарные шедевры, с любовью приготовленные этими красивыми и улыбчивыми девушками. И вдруг... Мы на репетиции народного ансамбля «Умырзая», которые происходят всегда по-семейному весело и нестандартно. Девочки, почище, почище, стойте, стойте, стойте. Во-первых, начни чуть-чуть поживей. И ты подхватываешь. Удивительно напевные, с тонким национальным колоритом и потрясающей мелодикой, башкирские песни становятся любимыми даже для тех, кто языка не знает. Вот Юля наша, она ни одного слова не понимает. О чем поется, всегда спрашивает. И мы сначала песню переводим. Лиля вот тоже, ну, несколько слов, можно сказать. Но она прямо учится. Для остальных участниц коллектива язык родной. И песни близки и понятны. Песня «Уфтанма», потому что она старинная. Ее знают наши родители, предки. Поэтому даже когда мы куда-нибудь едем в гости, все просят спеть песню «Уфтанму», и все подхватывают, потому что, ну, все поколение знает. А начиналась история ансамбля просто с желания петь. И вот с детства я полюбила национальные песни. Потом выросла, конечно, переехала в Рощино. В Рощино приезжаю, мне хочется петь. А здесь нет никаких коллективов. Все только русские, фольклорные, там академические. Сама решила создать центр национальный. Наш центр называется «Татарская и башкирская культура Дуслык», что в переводе «дружба». Лидия разучила с голосистыми девчонками две народные песни и с ними сразу на конкурс. Тогда у коллектива даже названия не было. Песня ваша «Умырзая» в переводе «Подснежник». Вы будете у нас подснежниками. Вот как бы нам приклеилось это название. Ну, нам нравится, хотели переименовать, но думаем, зачем? Все знают нас как «Умырзайчиков». Требовательный хормейстер у «Умырзайчиков» Лилия Максимова башкирские песни любит на генетическом уровне. Это душа, это народные песни, это фольклор, можно сказать. Они веселые, они заводные, они родные, поэтому и нравится. Естественно, на слух песни выбираем, а потом уже нам Лидия Ржаповна рассказывает, о чем эти песни. И уже мы сознанием дело поем. Дети от своих талантливых и нарядных мам в полном восторге. Так, наверное, и передаются народные традиции.